Меньше 100 дней осталось до 13-х зимних паралимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта 2022 года под девизом «Вместе ради общего будущего». На соревнованиях в Пекине спортсмены выступят в 6 видах – горнолыжный спорт, лыжные гонки и биатлон, сноуборд, хоккей-следж и керлинг на колясках. От югры в предварительный список национальной команды вошли 11 спортсменов. Центр адаптивного спорта «Югры» предлагает поддержать наших будущих паралимпийцев и запустил челлендж «Югра на Пи-2022». Чтобы принять в нем участие, можно яркими красками на снегу или бумаге нарисовать спортсменов или символ соревнований, снять видео, опубликовать в соцсетях и отметить аккаунт Центра адаптивного спорта. Самые активные получат автограф кандидатов паралимпийских игр от «Югры».